Это самое потрясающее мое первое свидание в жизни. Это самое лучшее первое свидание. Все прошло безукоризненно. Пожалуйста, ваш счет. Спасибо. Спасибо. Секундочку. Секундочку. Ага. Секундочку. Потрясающее первое свидание. Итого, значит, 3700 у нас получилось на первом свидании. Ну а что, все вкусно было, даже не жалко и 3700 отдать. Все-таки первое свидание. Все очень вкусно. Мне все понравилось, очень все понравилось. А тебе что понравилось больше из 3700? Слушай, лазанья такая вкусная была, вот прям как в Европе. Да, очень вкусно. Представляешь, в Европе, мне друг рассказывал, они, если вот парень с девушкой в ресторан идут в Европе, то там потом каждый сам за себя платит. Ну это же в Европе, это же не у нас. Ну хотя мы же стремимся в Евросоюз. Я просто переживаю, что мы в кино опоздаем. Я просто билеты на кинофильм забронировал. Очень интересная картина. А у нас 3700 здесь. Слушай, мы так много всего поели, да? А всего лишь 3700. Мне кажется, больше должно быть. Я проверю, если ты не против, ладно? Значит, твое. Вино 1000, хамон 600, лазанья 700, устрицы 1000. Мое. Пиво 100, каша рисовая 300. Нет, так и получается. 3700. Я думал, ошиблись. Нет, все, все точно. На свои все. Деньги. Как? Я могу забрать счет? Нет, секундочку, секундочку. Дело в том, что у нас еще не все положили. А сейчас? И сейчас не все. Ой, мне же звонят, а я и не слышу, у меня на беззвучном стоит. Извините меня, пожалуйста. Лёшка, пожалуйста, вот ваш молодой человек просил остатки каши с собой. Пожалуйста, ну, чтобы продолжить ваш торжественный ужин. Ну что, Иланочка, пойдем на кинофильм? Да, пойдем. Да. Молодые люди, а вы рассчитываться не собираетесь? Ой, а что, мы еще не рассчитались, что ли? Ой, как, ну если мы так тупить будем, мы так в кино опоздаем. Слав, ну может быть давай пополам? Ну как пополам? Если бы там пополам было, я бы сам пополам предложил. Ну там же не напополам, что же делать-то? Что Слав, делать? Ну хочешь, я сама за себя заплачу? Да, ну нет, неудобно. А за меня кто заплатит? У меня же голова разболелась. Что же делать? Мы так вообще запутаемся, если каждый за себя. Надо, чтобы кто-то один деньгами занимался, понимаешь? Давай я буду деньгами заниматься. Нет, ну если хочешь, давай ты. Давай, ладно, ты давай. Давай ты занимайся у нас деньгами. Так, вот, ну, вот нормально. Пожалуйста, вот. Все. Теперь все положили, пожалуйста, да. Ну что, пойдем, пожалуйста. Подожди, а сдача? Да бог с ней, со сдачей. Нормально же обслуживали, да? Ну что, у нас последние 5000, что ли? Пойдем, пойдем. На, получай одежду пока, и это в свою шубу заверни. Мне тепленькое полагается кушать. Беги, беги, я сейчас приду. Пожалуйста, ваша сдача. Да, так, значит, 5 3 700, ага, 1300 должна остаться. 1100 200. Да все там правильно. Да перестаньте сбили меня, 1100 200 300. Да, все верно. Все верно. Вознаграждение, конечно, не обязательно для официанта, но поощряется. Перестаньте, молодой человек, у меня всеми деньгами девушка занимается. Это не мои компетенции.